Ну вот, перегнал из Владивостока свой новенького китайца Джили Манджаро. Ребята из ДРС авто привезли в срок, вовремя, без проблем, без всяких там заморочек. На трассе ведет себя очень достойно, мягкий, не чувствуется там неровностей. До этого был RAV4 21 года. Ну, конечно, машина очень скромная по сравнению вот с этим китайским, можно сказать, лимузином. Много всяких прибабах, электрика и так далее, и так далее. Много функций, которые влияют на безопасность водителя, на пассажиров. Она просто так не тронется, если ты не пристегнешься даже. Пространство больше, чем достаточно. Ну и также багажник. Багажник, все. Все, спасибо ребятам еще раз. Все, будем эксплуатировать после японца, китайца.